Повышенные меры безопасности сейчас принимаются в египетских аэропортах, в частности в Шарм-эль-Шейхе, откуда неделю назад вылетел тот самый рейс 9268. Что говорят туристы, прибывающие на регистрацию, какова обстановка в целом на месте, узнала наш корреспондент Юлия Ольховская. Аэропорт Шарм-эль-Шейха пока работает в штатном режиме. Если верить информационному табло, все запланированные на утро рейсы вылетают по расписанию, кроме двух, которые задерживаются на данный момент. Это рейс в Москву, который должен был вылететь в 6:25, но до сих пор не вылетел. И второй рейс в Белгород, запланированный на 9:35, также задерживается. На въезде в аэропорт усилены меры безопасности. Теперь здесь дежурят вооруженные военные, а также кинологи с собаками. У всех пассажиров проверяют паспорта, все автомобили и автобусы тщательно досматривают. С утра в аэропорт прибыли те, у кого вылет запланирован на сегодняшний день. Туристы говорят, что в отелях ситуация спокойная, люди отдыхают, никакой суеты пока нет. Гиды, в свою очередь, утверждают, что раньше, чем заканчивается путевка, вывозить турфирмы пока никого не планируют. Наиболее непонятная ситуация для туристов сейчас с багажом. Сказали, что все по расписанию, что сегодня должно прилететь из России еще 16 рейсов сюда. 8:45 должен. Ну, сейчас вот мы все вокруг, мне сейчас с багажом, до чего дети. Поэтому ждем, сидим в автобусе, ждем. Не разрешили багаж с собой брать, а они не хотят аэропорт принять его, а очень много багажа. Одним говорят, что багаж везти с собой можно, другим, что он улетит отдельным рейсом, третьим вообще никакой информации пока не дают. Люди ждут, когда наконец появится какая-то ясность. В целом из Шарм-эль-Шейха сегодня запланированы десятки рейсов не только в Россию, но и в Данию, Германию, Италию. Работники аэропорта уверяют, что все они, может быть, с некоторой задержкой, но сегодня должны